Восьмой день полетов. Находимся все еще в Башуганду. Сегодня ветер с запада. И из-за этого мы не можем воспользоваться обычным стартом. Нам придется вот это, кстати, плантация кофе. Как оно в натуральном виде растет. Вот оно кофе. Такие вот ягодки. Прикольные. Вот еще все зеленое. А вот это уже, наверное, спелое. И внутри оно вот такое. Такие две половинки во вкусненьком таком. Ну, как вы поняли, день отдыха в самом разгаре. Из-за перемены направления ветра нам пришлось вместо вон того старта приехать сюда. Здесь, как вы видите, условия для старта божественные. Ветер в лицо, есть где разложиться. Проверяем снаряжение. Женя уже где-то. Вон он. Туда не ходи, сюда ходи. Крыло выложено. Проверяем еще раз запаску. Одеваемся. Стягиваемся. R. Раз, шлем. Два, основные карабины. Три, грудные, ножные. Регулировки подвески. Симметричные. Рация включена. Спид-система проверена. Инструменты. Четыре угла. Обратный старт. Будем разворачиваться туда, в сторону левого плеча. Еще раз готовность. Еще раз карабины. Правильно взять леванты. Ничего не перекручено. Левая. Ничего не перекручено. Левая. Центровка по крылу. Одеть очки. Привыкнуть к очкам. Все готово. Мы готовы к взлету. Куда бежать? Куда лететь? Где Грязнов? Грязнова не видно. С утра день такой, что халявы не жди. Работать, работать. Раза низкая. Ветер все время меняет направление. Высота — это результат больших усилий. О, кислый термик. А вон там ядро. Вон птички. Поехали к ним. Грязнов-то давно. Я был над ним, теперь он со мной. Думаю, что он вот в потоке. Возьмем, главное, птицу не взять с собой. О, вот птица. Черная морда, там как-то. А, соседи не накрыли.
подожди, я только до потока долетел. Хорошо, забирай. Я пока пойду вперед, включу. Хороший поток, мягкий. Блин, чё, откуда? Не направо, да я понял, я понял. Мне больше нравится направо. Начинается, так тут же база облаков, блин. И я себе давал слово ее не залазить. Так что сейчас я поеду вон туда, в сторону реки. Женя предполагает, что вон те вон красивые линии, это дождь. Проверка теории. В теории, где у тучи прогиб, там поток. И в принципе, ну может быть, короче. Черные, потокоуказывающие, бразильские, среднего размера. Под вид беспорядочный. Очевидно, куда отсюда лететь. Так, ну вон трасса. Трасса, вон гора. Может, на гору. Что-то я пришел над этой вершиной, и пока ничего не идет. Есть. Офигеть. Снос просто есть.
Тяжко по ветру. 3, 2, 1. Это было не по ветру, ну ладно. Поток плюс 2. Берегу реки, ой-ой-ой. Ну, короче, я кручу. Все, хорошо, молодец. Таня, я тебя слышу, но я занят, я отвечу попозже. 2070 метров, это был, блин, очень эмоциональный термик. Как бы мне теперь крутить, как не надо, чтобы попасть в эту хрень. Лететь, колотить! Не-не-не-не, Дэвид Блейн! Я уже догадался. Не подъема, не набирать высоту. Ладно, Макс, пойдем вперед. Вот там у нас два облака пыхнуло. Может, успеем к ним. Колотина! И у нас тут колотина, поэтому я держу перчатки потеплее. Еще хорошо бы застегнуть подмышки, но я так не смогу. Потому что колотина. Окей. Мы летим. Женя где-то летит. А вон он. Вон он, Женя. Вот облако. На него вся надежда. Иначе город Колотина нам не покорится. Конец связи. Не состоялся. Решение приходится принимать самостоятельно, но когда ты подлетаешь, мелкую центровку по птицам делать очень удобно. Женя говорит, что вон там у нас дожди, все затянуто и лететь туда опасно. Поэтому, в принципе, это, наверное, последний набор за сегодня. Куда-нибудь перелетим и там сядем. Четвертый час полета подходит к концу. Я думаю, что мы сегодня больше 4 часов полетим.
4.15, 10. Я тебя услышал. Ну и давай сольем куда-нибудь в высоту и сядем. В конце концов уже 4 часа летим. Прет везде, спускаемся. Итак, мы пролетели сколько смогли. Дальше развитие, облачность и вон облака, под облаками, над облаками и, короче, положение за 1500. Куда ее деваем? Мы летим, как там этот хрен знает, короче, город. Мы идем на посадку. Увидели впереди аэродром вот там вот. Там, соответственно, не надо было лететь. Снижаемся мы медленно, потому что прет развитие. Женя вон внизу. Мы будем садиться, скорее всего, вон туда, вон, где вон промзона, там какие-то площадочки. Сейчас будем садиться. Летаем. Я тебя понял. А там где? Прям по берегу садится? Так, что тут крутят птицы, непонятно. Но это не поток. Продолжение следует...
Поехали. Посадка. Бум! Ха-ха! Ву! Нормально. Ну вот как-то так. Не, ну здесь ветер не сильный. Тут термик стоит вот здесь. И плюс за рельефом небольшие минуса. Не, ну колбасит, конечно, но в целом все это контролируемо. Контролируемо, управляемо. Ну вот раздувает, смотрите, вот сейчас порыв. Повезло, короче. И плюс еще этим крестьянам картоху не потоптал. Тоже хорошо. Надо Грязнову сообщить, что у меня все 5 звезд. Да, Бразилия. Страна контрастов. Будем собираться. Чисто для истории. Ветер на посадке 9. С порывами до 9, до 10. 5 с порывами до 10. Примерно. И это я еще в ложбинке. Ну вот я и собрался. Красивый закат над рекой, название которой я пока не знаю, но узнаю. Снаряжение собрано. Урожай спасен. Жив, цел, орел. Вон там крутят вот и вот. Это термичное место, и немножко меня прикрыли эти термики от ветра при посадке. Несмотря на то, что холмы должны роторить, и они немножко роторили, но это было умеренно. Так, я выхожу к дороге на этом безумно красивом пейзаже. Это, друзья мои, я так понимаю, банановые пальмы. Наверное. Бананов нема. Мы выходим к дороге. Вот там что-то шипит рация, но пока вне приема. Погода потрясающая. Ну и, кстати, дождя не случилось. Это хорошо. Прекрасное завершение крутого дня. Вон меня ждет подбор. Уже двери распахнули. А я иду по бразильской дороге навстречу закату. В общем, 5 из 5.